У причала на набережной идет посадка на теплоход «Гродно». На этот раз его пассажиров ждет не обычная водная прогулка, а самый настоящий творческий фестиваль. А гостями станут ребята-активисты из студотрядовского движения «БРСМ». Совсем недавно у нас был праздник. Мы отмечали день рождения белорусских студенческих отрядов. И сегодня решили провести творческий фестиваль. Собрали ребят со всей Брестской области, которые единомышленники, бойцы студенческих отрядов, ветераны студенческого движения, которые уже своим трудом внесли большой вклад в развитие нашей Брестской области и Республики Беларусь в целом. Традиция, я хочу сказать, студотрядовского движения были заложены еще в советское время, но вот именно организация ОБРСМ, она стала правоприемником того же комсомола и, начиная с 2000-х годов, стала возвращать студенческие отряды, которые, ну, к жизни реанимировать, так сказать. Почему? Потому что сегодня молодежь, она должна получать тот опыт, первый опыт рабочего места и ту помощь от государства, чтобы в дальнейшем более лучше адаптироваться, ну, как сказать, к труду. Ребята хорошо потрудились в педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, строительных, производственных и сервисных отрядах. Теперь настало время отдохнуть, пообщаться и реализовать свой творческий потенциал. Я являюсь бойцом педагогического отряда «Новое поколение». В этом году мы работали в лагере «Зубрянки». Это впервые наш такой большой опыт. Моя специальность – специалист по социальной работе, и для меня это очень близко – общение с детьми и защита их. Мы работали на протяжении 10 дней в Стремечево и помогали сотрудникам этого хозяйства. Это была очень хорошая возможность, это хорошая возможность для школьников, студентов. Во-первых, это первые деньги, очень приятно получить опыт работы, почувствовать себя взрослым. Ну и, конечно, какая-то помощь своей малой родине. Я, когда в первый раз на теплоходе, это хорошая возможность пообщаться с участниками других отрядов, познакомиться с соседними школами. И мы очень довольны тем, что мы попали сюда. Снаружи сменялись прекрасные речные пейзажи, а на теплоходе в это время проходила диалоговая площадка в форме увлекательной беседы, где ветераны студотрядовского движения вспомнили истории своего опыта и поделились традициями прошлых лет. После чего начался областной этап фестиваля творчества студенческих отрядов. И улетим туда, где лето никогда не кончалось подряд. Снова с тобой, снова мечты ворвутся в реальность. Снова откинем проблемы долой и улетим туда, где лето никогда не кончалось. Фестиваль не просто позволил отлично провести время на речной прогулке и поделиться творчеством. Лучшие номера представит студотрядовское движение на республиканском этапе конкурса. Пройти эти крутые пути, мы согреты землей и родной целиной. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.